Что значит служить Родине, рискуя собственной жизнью, сотрудники Управления внутренних дел по Ивановской области знают. В преддверии главного праздника страны, 9 мая, они вместе с ветеранами войны, теми, кто, вернувшись с фронта, продолжал уже в мирное время сражаться с преступностью, возложили цветы к мемориалу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Во-первых, это традиция. Во-вторых, это дань памяти тем событиям, тому подвигу, который совершили, в том числе и здесь присутствующие люди, их друзья, к сожалению, которых уже не осталось вместе с нами. Но мы должны помнить историю, мы должны показывать тем, кто сегодня рядом с нами, что было вчера, и не допустить в будущем таких событий. А если они будут, так же героически себя проявить, как проявили ветераны Великой Отечественной войны. Победа одна на всех, но вот путь к ней у каждого ветерана свой. Николая Петровича на фронт призвали в 17 лет. Служил он в минно-саперном батальоне, расчищал дорогу нашим бойцам от немецких ловушек. У них была тогда распространена противопехотная мина, так называемая шпренгмина. Это такой стаканчик. Снаружи только три усика таких. Если только кто наступит, то в этот стаканчик заряд взрывается, мина выпрыгивает, и вот примерно такой высоте она взрывается. Наше дело он выйти, когда прикажут проход сделать в минном поле, потому что готовится без нас. Без саперов. Никакие танки, никакая артиллерия, никакая пехота вперед не пройдет. 9 мая 45-го фронтовик помнит, как будто это было вчера. Утром 9 мая, как заорал дежурный, дневальный, победа! Вскочили вот мы и началась тут суматоха в казарме. А для Валентина Федоровича война 9 мая не закончилась. После того, как вся страна отпраздновала победу, ему и его сослуживцам еще не один год пришлось наводить порядок на рубежах государства. 4,5 года. Прибалтика, Западная Украина, Белоруссия, Кавказ и до 49 года. После окончания Великой Отечественной войны в этих районах осталось много, которые были вооружены и не хотели иметь советскую власть. Оба наших героя, как и 1500 других ивановцев, и в мирное время не сложили погоны, продолжив служить Родине. Но сражались уже не с фашистскими захватчиками, а с нарушителями правопорядка. Даже когда смолкли орудия, они защищали людей, которым когда-то подарили мир. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.